Под кровь и рев толпы гладиаторские бои в наши дни в нашем городе стали реальностью. В минувшие выходные в Кирове прошел первый чемпионат по смешанным видам единоборств. Это один из немногих видов спорта, где разрешено добивать лежачего соперника, но до крайности не дошло. Неподготовленного зрителя такой поединок может шокировать. Но здесь все в пределах правил. Чтобы дело не дошло до серьезных травм, судья на ринге останавливает бой. Преимущество одного участника над другим очевидно. На первом чемпионате области по смешанным единоборствам так проходила почти каждая схватка. Роберту Гасымову в красном шлеме два раунда по 5 минут тоже не потребовались. В этом поединке он победил досрочно. Вообще, Роберт – кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. К этому чемпионату готовился всего 2 недели. Я решил попробовать себя в чем-то новом. Всегда интересно что-то новое. Борьбой давно занимаюсь, как бы. Уже уверен в себе, уверен в своих силах. Здесь на ринге фитнес-клуба «Прогресс» в числе 30 участников были боксеры, каратисты, мастера рукопашного боя и ушу саньда, борцы различных стилей. Эксперты разных видов единоборств к этому новому направлению интерес не скрывали. Здесь нужна другая подготовка, то бишь тут уже борьба. То есть, чтобы я ему дам только тогда решение, когда я знаю, что в этом же, в партере, допустим, там где-то захват, он может уметь защищаться, освобождаться. Почему бы нет? Ну, если он взрослый уже, совершеннолетний, отвечает за свои действия, я бы его поддержал, но я бы к друзьям-борцам отправил его поработать еще в партере технику. Любой борец должен ударную технику тоже поднять немножко, до определенного уровня. Уж так совсем голыми руками нельзя, могут и по голове стукнуть. Этот вопрос, он давно беспокоит всех, кто боксер или ударник. Но в современном микс-файте это комплексно, то есть это нужно уметь как хорошо бороться, так хорошо работать в стойке. Ну и функциональная подготовка должна быть на очень высоком уровне. На первом чемпионате области в основном победителями стали спортсмены, которые в течение года занимаются смешанными видами единоборств. Но здесь им конкуренцию смогли составить бойцы ушу саньда, 2 чемпиона, и мастера греко-римской борьбы, 2 победителя. Лучшие микс-файтеры в апреле следующего года представят наш регион на чемпионате Приволжья. Эдуард Книгжанин, Михаил Зеленский, Алексей Юферев, Бюро новостей, Давича.